Volvo V50 я покупал NoScat в Дубае, и вот с NoScat был снят этот комплект радиатора, диффузора, радиатора, кондиционера. Каждая из деталей, радиатор, радиатор, кондиционер и диффузор, продаются по отдельности. Я вам видео снимаю общим планом, чтобы показывать, что типа у меня есть, вот так вот она выглядит. И, допустим, если хотите диффузор купить, скажите, вот нужен диффузор, я конкретно за него именно скажу цену. Если нужен радиатор, я скажу именно конкретно цену за радиатор. Так, вот посмотрите, здесь такой блок вот стоит на этом. Двухконтактный. Сейчас сперва покажу диффузор, затем покажу радиатор. Выхода радиатора, посмотрите, вот здесь вот фирма Becher. Это свидетельствует о том, что это оригинальная автозапчасть. Затем обратите внимание, что здесь с этой стороны выходит один патрубок. Отсюда один патрубок выходит. Так, с этой стороны выходит второй патрубок. И еще один есть. Вот этот, скорее всего, на расширительный бачок идет. На бачок антифриза. Видимо, бачок антифриза. Вот отсюда антифриз поступает, я так понял. Вот, отсюда здесь вот такая есть трубочка. Так, основной радиатор показал, диффузор я вам показал. Теперь мне необходимо показать радиатор кондиционера. Радиатор кондиционера в таком вот состоянии. В таком вот состоянии радиатора кондиционера необходимо обратить внимание на соединение данного радиатора. Посмотрите, вот здесь раз, два. Вот здесь соединяется радиатор кондиционера. Так. Не могу показать. Здесь вот эта пластиковая крышка закрывает. Ну, в общем, вот это самое главное, что здесь раз и два идет. И две трубки вот здесь. Одна где-то здесь соединяется, вот здесь одна соединяется. Где-то вот эта вторая, где-то здесь не соединяется. Могу так предположить. И в принципе больше соединений никаких нету. Да, здесь с этой стороны ничего больше нет. В общем, такой вот есть комплект V50. Что именно отсюда нужно, вы мне скажите конкретно. Отсюда сниму. Радиатор нужен, радиатор дадим. Радиатор кондиционера нужен, радиатор кондиционера дадим. Диффузор нужен, диффузор дадим. И так далее. Вот, в общем, такой вот комплект есть.